Наблюдение натуралиста приветствует вас. Восточная Сибирь, город Нижнеудинск. У нас так пасмурно, тихо и хорошо. Прямо воздух благодатный, вообще классный. Мы вот вышли сюда. Здесь не очень-то побегаешь, как говорится, только по асфальту. Вот. Ну ладно, хоть так. Вот наш лес. Оживает потихонечку. Дай дождя, дай дождя. Стой, дружок, стой! Иди сюда. Стой. Собака там. Я ей ломанулась. Так, это кто? Ой, какие-то жуки. Так, ну все. Собака, я ей ломанулась, поэтому прям при вас. Потому что он мог побежать за ней, а там дорога. Я его не отпускаю одного, да, зайчика? Я потелю. Он собака. Где она, вам не видно? Вон она бежит. Выбежала там из леса. Вот такая вот у нас погодка. Благодатна. Всем хорошего, доброго дня. Ставьте лайки, друзья. Давайте продвигаться, процветать вместе с вами. Вам самим будет интереснее, если у меня будет больше подписчиков, понимаете? Я начну какие-то конкурсы делать. Что-то интересное, потому что у меня появятся финансы. А сейчас что? Сейчас ничего интересного нет. Ну, я имею в виду в плане конкурсов там каких-то, именно для зрителей. А когда у меня получится, когда я буду зарабатывать хорошие деньги, я, естественно, буду делать конкурсы какие-то. Это же понятно, потому что я человек не жмот по натуре. Вот. И ясный перец, что будет именно так. Так что, друзья, ставьте лайки, делитесь в соцсетях с друзьями моими видео. Вот. Пусть все смотрят, какая у нас замечательная погода. Тепло, хорошо, уютно. Подожди-ка, дружок, там кто-то идет. Сейчас посмотрим. Есть собака или... Стой-ка, зайчик. Сок березовый, наверное, брали. Главное, чтобы ковыряли. Главное, чтобы замазывали березки, чтобы они не текли, не вытекал из них сок. Сок... Это их жизненная сила. Всем доброго дня, до встречи. Чао, какао. Это кто летит? Это большая птица. Не видно на фоне этого леса. Это сорока была. Я ее увидела. До встречи. Чао, какао. Солнце любви вам в душе и радости. Ставьте лайки, друзья.